rozpoczęła się 8. edycja All About Freedom Festival, który w tym roku odbywa się w nowo otwartym budynku Europejskiego Centrum Solidarności. Festiwal otworzył film Majdan – Rewolucja Godności, a jego reżyser, Siergiej Łoźnica, przyjechał na polską prapremierę do Gdańska. Я появился 15 декабря там, и раньше я просто не мог приехать, потому что я заканчивал предыдущую картину в Бухаресте. И сразу, как только я смог, я сразу же приехал. У меня была одна камера, один оператор. На первую часть в декабре я снимал вообще сам, как оператор. Был ассистент, который был со мной, и человек, который звук записывал. Все. Это очень маленькая группа, и вообще, в принципе, фильм я начинал без какого-либо финансирования. Монтировал я примерно полтора месяца, а материал у меня был около 1 терабайт. Это что-то 300 часов. Я люблю краткость. Я назвал фильм так, как назвал. И для меня этого достаточно. Но я понимаю продюсера, который хотел бы еще немножко объяснить аудитории вообще, что искать в этой картине. Дело в том, что это действительно была революция достоинства. И за эти две абстракции для очень многих людей, люди умирали за достоинство и свободу. Это вообще-то, в принципе, кризис языка. Когда у тех, кто правит, и тех, кем правят, отсутствует язык общения. Ну, собственно, вот Янукович не хотел разговаривать со своим народом, народ его сбросил. Это такое серьезное предупреждение для очень многих. Был показан на Украине, он был в прокате, а реакция была радикально противоположная. Значит, были люди, которые отрицают эту картину, и наоборот, люди, которые ее принимают. Дело в том, что в Украине все специалисты по Майдану, все знают, как нужно правильно это показать. Co decyduje, myślę, o wyjątkowości Majdanu, o klasie tego filmu, to właśnie fakt, że Łoźnica pozostał wierny sobie. Z jednej strony otwarcie mówi o tym, że pewne działania władzy ukraińskiej, dyktatorskiej, wymagały napiętnowania i on jako intelektualista, jako człowiek wychowany w Kijowie ma prawo, żeby temu się przeciwstawić i zwrócić uwagę świata na te wydarzenia. A druga rzecz jest taka, że Łoźnica nie zrobił propagandowej agitki. To nie jest film na zamówienie płaski, który by redukował rzeczywistość do określonego punktu widzenia. Właściwie nawet bardziej niż zrelacjonowanie wydarzeń, które miały miejsce na Majdanie, Łoźnicę interesuje samo zbadanie takiej mitologii rewolucji, momentu rodzenia się poczucia wspólnoty. I te sceny Majdanu chyba robią największe wrażenie. Ukraina!